Здравствуйте, ребят. Ну что, мы продолжаем охоту и охоту грибную. Так что сейчас опять выехали в лес за новыми запасами. Вот у нас сразу как въехали на наш въезд, тут сразу видите, вон стоит уже одна лисичка. Вон она, красотка хороших размеров. Сейчас мы будем постепенно ездить по всем нашим дорожкам. Даже сильно не надо вглубь заходить. Они такие яркие и очень хорошо видны, так что можно срывать, просто вставая из машинки. Удобно. Сервис. В любую погоду здесь так хорошо. Вот там сейчас выходишь на поляну, как на сковородку, под 40 градусов, а может быть даже и больше. А здесь просто какой-то нейтралитет всегда. И безумно лошадям нравится гулять по лесу. Патрисия на днях села, чтобы покататься на территории, а Зара все время подводила к воротам и дергает эту... дергает ворота, чтобы зайти в лес. Все дергает. Ей так нравится. Останавливается, слушает. Ну, а Клондайк, как всегда, как привязанный. Всегда сзади. Ну, они идут гулять, а я иду смотреть грибы. Делают большой круг. Вниз, вверх. Здесь много тропинок хороших сделано. Великолепно. Специально водят, чтобы перешагивала, обходила камни какие-то, перешагивала бревна. Потому что Патрисия тоже будет садиться и здесь кататься. Вон, видите, она на лошадке. Ям нету, сын все заделал, камни убрал, все почистил, дороги широкие. Я вам уже видео показывала. И здесь так хорошо, здесь прямо какое-то даже... чуть-чуть-чуть свежо, если можно так сказать. Ну, короче, не жарко, не холодно, просто великолепно. Дышится легко. Слушает. Интересуется. Она слушает. Ладно, я покатаюсь по дорожкам, посмотрю. Сильно лазить не буду, залазить дебри, но буду глядеть, еще что-нибудь осталось. А? Наверху можно ехать туда? Да там до самого верха сделано. Да, Максим все везде сделал. Я просто спрашиваю, почему ей там нравится бегать. Я могу пробегать там с ней. Ну, иди. А там олени бегут в нашу сторону. Олени, смотри. Мама с детьми. Вот что она слушала. Вон они там. Сейчас заходят в лес, Ляль. Не веди туда. Там мама пришла. И 2-3 ребенка. Вон они там мелькают, ребята. Вон несутся. Мама и 2 ребенка, да? Там пятнышки я видела белые на них. Ой, какая прелесть. Ну, может быть, иди сюда, вот по этой тропинке. А потом. Мы сюда прошли, сюда. Быстро проскочили. Можешь идти, ничего. Все-таки как страшно вот за потомство. Здесь рядом живут люди, фермы кругом. Ну, вот где-то кусок леса один, другой. И... но так близко с людьми. Как ей вырастить этих детенышей? А? Что? Тут видите, какой гриб стоит. Громадный. Вот он тут вот. Смотри, какие тут большие грибы с краю. Громадные просто. Не знаю, что за грибы. Клондайк, солнце. Что, миленький, всегда идешь поздороваться? Ну? Ну, давайте. У меня Клондайк уже тут ворочает ведра сзади машинки.
сорвался трусой. Очень много у нас в лесу растут вот такие грибы-кораллы. Как губка какая-то, но больше на кораллы похожи белого цвета. Я не знаю, они ядовитые или какие. Ляля, посмотри, какие красивые грибы, как кораллы. Видишь? Форма. Да. Бегает? Мне мало надо просить. Она пойдет. Ей самой нравится. Как первый раз она села, не хотела идти. Вот я попросила ей. Один раз мягко поцеловала и все. Ну что? Хорошо тут. Тут так хорошо. Здесь не жарко. Красота. Ну, тоже грибочек какой-то. Тут у нас уже 2 дня стоит хорошая погода. А вот эти вот похожи на... они похожи на хорошие грибы. Крепенькие такие. Но я не знаю, что это такое. Гляньте, видите? Оранжевая. А есть прямо как губка. Ну, просто вам показала. Так обычно я их не трогаю. Растут и растут дальше. Ты хочешь, чтобы она наверх бежала? Наверх. Тут осторожно, камни и всякое. Вон, дорога. Сколько камней. Тут не до конца тут что-то. Ровная дорога. Ну, давай. До конца туда идет. Я просто хочу пройтиться медленно. Давай. Ну, я грибы ищу. Придешь, крикнешь мне? Ну, нет. Секундочку. Просто дойду до конца и все. Наташа. Давай. У меня тут, я смотрю, батарейки мало осталось. Надо, я не посмотрела, не заменила. Давай быстро. Олени убежали. Конечно, тут... О, побежали, побежали. А, этот аж подскакивает. Нравится им гулять в лесу. Очень нравится. Вообще в лесу пахнет грибами. После таких дождей, конечно, здесь было очень много. Ну и вот эти дни как раз-таки и собирали много. Сейчас вон там торчат одиночные. Разные непонятные грибы, поганки. Но пахнет грибами воздух прямо. Патрисия убежала куда-то со своими лошадками. Вон эти желтенькие. Видите? Не знаю, ядовитые они какие. Лисичек было очень-очень много. Вон еще красненький грибок. Гляньте, какой. Может быть, мы все и подобрали. А другие, которые тут остались, тут же животные, видите, разные появляются, ходят. Ну, проеду в другую сторону. Может быть, что-то найду. Тут гляньте, какие 3 стоят. Ну, если не собирать, так хотя бы красивое фото. Так что это еще и фотоохота. Но олени были далеко, чтобы их заснять. Через деревья не было видно. Так что я даже и не пыталась что-то брать ближе. Не хотелось пугать. Вон, видите, какие симпатичные. Сделаю фотографии. Ну вот. Везде эти кораллы. Интересно, что за грибы? Погода отличная. У нас будет стоять целую неделю.
в субботу-воскресенье, может быть, 20% дождя только сказано. Все. А как приятно кататься. Максим так почистил все дорожки. Просто красота. Вон там еще большой гриб, видите? Вон он. Желтая громадная шляпка. Хочу подъехать к лисьей норе, посмотреть, что там. О, тут гляньте, везде. Смотрите, какие растут. Прямо здесь целые линии. Похоже, как сыроежки какие-то. И вот туда уходит целая полоса. Там проходит, и там прямо они как будто их так взял кто-то и рассыпал. Вон тут еще один торчит, видите? О. И у них очень громадные размеры. И их черви едят. Может быть, и не ядовитые, но бог их знает, что за грибочки. Вот, и здесь они, видите, прячутся. Тут с этой стороны очень много было. О, опять вон шляпка еще одна. Очень много здесь лисичек было. Как-то они россыпью прямо идут какой-то. О, это да! Этот гриб аж заворачивается. Что? Сейчас, секунду. Вон, одну лисичку я нашла. Сейчас. Под листьями прячется. Ты видишь меня? Ой, кругом эти грибы. Посмотрите, ребята. Вон они, вон. Рассыпано просто. Громадное количество. Вон, гляньте. Кругом они. Давай! Мама родная. О. Кругом эти грибы. Проходят вон и через дорожку. Прям как будто шел их и рассыпал. О, и опять начинают. На той стороне. И вон пошло туда. Надо же. Ты где? Давай! Видишь меня? Ну, давай. Везде одни шляпки. О, и в эту сторону тоже. У них такие, вон, видите, сильные ребрышки под низом. Что это такое? О, и здесь. Весь лес усыпан. Весь лес усыпан. Я думала, вы дальше ушли куда-то. Ой, и ногами тут мне. Ай, и ногами мне тут. Кто тут мне ногами дергает? Иди давай догоняй. Иди догоняй. Давай, бегом, бегом. Бегом! Догоняй! Зови его, пусть он ему бегать надо! Он у нас растолстел. Трава очень сладкая в Теннесси. Поэтому надо контролировать как-то животных. О-о-о. Вдруг понял, что остался и рванул. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ай, одна лисичка. Маленькая, средняя. Так. О, везде эти грибы. Вон, посмотрите, что творится. Мама родная. Если бы они были съедобные, то это грибы прям на весь этот самый. Ну и вот то, что я вам говорила из благородных грибов, которые вот выглядят как благородные. Вот это вот эти. Смотрите, какая красота. О. О. У него, видите, какой низ. И... Ну, пусть тут как шляпки раздвигаешь, раскидываешь это все дело, споры, они размножаются таким образом. Можно взять большие шляпки лисичек, оторвать и прикопать в другом месте. И опять начнет все это дело разрастаться. Таким образом можно распространять в собственном лесу грибы.
Клондайк хорошо бегает. Он впереди рванул даже. Ох, этот носится молодой. Ой, ему нравится. Ай, ножки кидает. Ай, как ему нравится. Опа. Ох, как он там подпрыгивает. Глядите вы на него. Ему надо двигаться. Холка вся такая жирненькая стала. Там, где Патрисия стригла. Зара устала? Ага, ага. Голову ровно держит. Ножки вперед так. Красиво бежит. Устал, он так побегал хорошо. Не волнуйся, он туда корову пошел смотреть просто. Да. Здравствуйте, ребят. Ну что, мы продолжаем охоту. И охоту грибную. Так что сейчас опять выехали в лес за новыми запасами. Вот у нас сразу как въехали на наш въезд. Тут сразу, видите, вон стоит уже одна лисичка. Вон она, красотка хороших размеров. Сейчас мы будем постепенно ездить по всем нашим дорожкам. Даже сильно не надо вглубь заходить. Они такие яркие и очень хорошо видны, так что можно срывать, просто вставая из машинки. Удобно. Сервис. Еще одна. Обязательно вам ножку оставляю, чтобы было здесь около этого шиповника. Тут очень много. О, боже! Маленькая змея. Я чуть на нее не пошла. И она так скрутила. Ай! Вот она сейчас ушла. Спрыгнула. Она с ветки смотрела на меня, а я тут шурую. Листья поднимаю руками. Не поняла, что это такое за шнурок лежит. Прямо на шиповнике лежала. И это маленькая змейка. Наверное, успела заснять я с камерой. Тут, может быть, где-то и гнездо у них есть. Может, где-то мама побольше. Они же много детей рожают. А? Змея была. Прямо на шиповнике вот так скрутилась и лежала. И потом спрыгнула. И ты хочешь там ходить сейчас? Ну, здесь лисички. Так увидишь сейчас. Лучше попозже. Она пятнистая была. Я потом на камере, наверное, засняла, покажу. Она так быстренько раз и соскочила. Маленькая, ребенок. Ребенок. Ребятенок. У нас тут разные, видите, живут создания. Ну, и мы с ним рядом. Ничего, в содружестве. Она такая цветная, что я даже ее не сразу увидела. Так. Надо глядеть. Не только грибы искать. Ну что, милый, пришел. Ай, не трогай. Не трогай, как ты красиво бегаешь, а, ребятенок. Как ты тут бегаешь? Я тут стою, разговариваю, она смотрела на меня, слушала внимательно. И решила уйти. Да. Так. Еще одна лисичка. Видите? А? Хорошо бегает. Ну вот. Еще одна. Улов небольшой, 3 штучки. Что? Шикарно. Вот здесь они растут. Но они маленькие совсем. Мне не хочется их трогать. Как-то вначале вошла, вообще ничего не видела.
Сейчас потихоньку начинаю видеть. Они как будто прячутся. А вот это лисья нора. Вон, видите, дырка. Ладно, проеду в другую сторону. Видно не сильно много. Сейчас, конечно, прошло пару дней без дождей. А вон еще вижу. Сейчас я сорву их. Срежу. Вот они. Видите? Оп. И еще один. Оп. Клондайк! Уйди! Своим носом! Еще скажи мне, что ты грибы кушаешь. Иди! Иди вон там, к своей Заре. Прилип. Ребятенок. Он вообще очень дружный. О, еще гриб-коралл. Гляньте, какой красивый. Приду на интернете, посмотрю, что за грибы-кораллы. О, какая красота, гляньте. О. Красотища. Мы с Максимом ходили, ездили, вернее, за грибами. И он мне тут показывал разные места. Ты сама с ними как лошадка носишься. Ладно, ребят, мне в другую сторону. Идите, то вы мне подавите все грибы. Все грибы подавите. Хочешь подойти там со мной? Секундочку. Я буду их отпускать назад. Давай, идем. Зара, ты такая молодец, а? Ты такая молодец. Ты такая солнце-солнце у нас. Шоколадное. Соколадки-соколадки. Ну что? Все? Я фотки делаю. Смотри, как выглядит. Красиво в лесу выглядит. Все в лесу красиво выглядят. Ладно, давай иди. Я пойду за грибами дальше. О, красотка. 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 Ты загоняла ее маленько, нет? А? Погоняла ее, да. Я не знаю, она пойдет конкретно бегать или нет. В прошлый раз она пошла. Ну давай, Клондайк, иди. Давай. Твою подружку уводит. Беги давай, миленький, беги, 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 беги. Беги давай. О, еще ногой поддал. Погнали. От тебя подальше. Загоняла ты ее. Загоняла ты ее. Ай. Ладно, Ляль, я поехала, я хочу поискать грибы. Сейчас, секундочку, из дистанции будет видно тебе хорошо или нет? Ну, вижу я. Что? Ой, рванули они туда. На другую часть участка. Ушки побрала. Два раза поцеловала, пошла. Другие моменты мне надо еще несколько раз ее просить. Нет, она тут нормально сама. Сейчас хорошо пошла, согрелась. Готова бегать. Хорошо. Ляль, я поехала за грибами, может, найду. Я привезу тебе их. А? Я привезу тебе их. Ты Максиму покажи эту дырку, не мне. Чтобы он ее закопал. Где, далеко? Нет, тебе просто надо туда пойти. Не тут, там. Садись, покажу. Ну вот, первый представитель у меня уже прыгнул в ведерко. Идем дальше. Здесь совсем недалеко. Ну вот, здесь опять поляночка небольшая, открытая. Очень удобно здесь собирать. Потому что, видите, лес, сколько раз я уже говорила, он не заросший. Ну вот гляньте, вон они выглядывают, желтенькие. Вот.
тут и там, вон пошли. Но эти очень маленькие. Мне их трогать не хочется, они маленькие. Эти малюсенькие. Я хочу, чтобы они подросли, я их брать не буду. Я знаю, где они есть. Вот, и здесь вот они, вон они, видите, прячутся. Вон они вылазят все. И там дальше идут. Ходи осторожно, не наступай, прям по линии идут, как будто, правда. Пусть будет. Вот, и тут целая куча. И вот здесь. Я буду брать только средние и большие размеры. Ох, они красота. Они высыхают уже. Надо их собирать. Вот эти можно будет сорвать. Вон, видите, прямо на дорожке. Аккуратно. Ну вот, принесли. Можно хорошо пожарить. Сегодня на обед такие. Ну, а можно и взять их на заморозку. Но сегодня мы их сделаем с картошечкой вкусно. Так что мы их сегодня пожарим. Много осталось там. Можно пойти через 2-3 дня. Правда, еще добрать, пусть подрастают. Ну и в конце моего видео хочу показать уже полностью, как выглядят замороженные лисички. Раскладываю я обычно их в небольшие пакеты. Это очень удобно. Как я уже сказала, крупные я ломаю на поменьше размер. Ну а средние и маленькие остаются сохранные такие размер, какие есть. В таких пакетах очень удобно хранить. Здесь уже замороженные. Занимают они немного места. И я очень люблю их замораживать именно свежими, а не вареными. Может быть, кому-то понравится моя идея. И тоже будут сохранять себе на зиму. Ну вот, спасибо всем за просмотр. Фильм получился немножко большой. Немного сын в лесу. Немножко дочка с лошадьми. Ну и я в охоте за грибами и фотоохоте. Спасибо всем за просмотр. Отличной грибной и вам охоты. Скоро сентябрь. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы. Всем пока-пока.